где же ты ее взял? Спросила мама. Я не пшеницу. Я сама мне дала семена моркови. А ну-ка, Георг, подойди сюда. Георг поспешил к отцу и к своему ужасу увидел его стоящим у его собственной грядки. Отец разглядывал поднявшиеся всходы, в которых уже каждый мог безошибочно определить взошедшую пшеницу. Скажи мне, Георг, если присмотреться к этим всходам, они тебе ничего не напоминают? Георг стоял с поникшими плечами и молчал.